Итак, у нас в гостях девочки Нарва Транс. Мы находимся на футбольных сборах ВОКа. Да? Так получилось, что у нас тут совместные тренировки. Давайте, представьтесь, как вас зовут? Матильда София Гранько. Так. Полина Короляк. Ага, Полина. София Мостовская. Андрея Лиза Абрамсон. Ага, очень хорошо. Ну, буду задавать вопросы. Мне поможет Маш, переводчик. Как вы оказались вообще в лагере? Какими судьбами? Сначала пригласил тренер, а потом уже мама расспрашивала, пойду ли я в лагерь или нет. Ну, тебе нравится в лагере вообще? Да. Да? Не обижает никто, все хорошо, да? Нет. Тренировки как у тренера Натальи? Шикарно. Все хорошо. Полиночка, ну самое тяжелое, расскажи, что в лагере. Наверное, с утра бежать. Да. Да, это просыпаться, бежать. Тренер сзади еще подгоняет на велосипеде все время, да? Ну, а в остальном все хорошо? Да. Да? Поедешь еще? Нет. Нет? Почему? Ну, ладно. Ладно. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? София. София, ну вам вообще в лагере нравится или не очень? Ну, тут мальчишки с разных городов, да, познакомились вы с ними? Да, крутые пацаны. Крутые пацаны, не обижают они вас? Нет. Нет? В общем, все хорошо. Так, спроси, вот что нравится в лагере, что не нравится? Мне сулемейди в лагере. Сюя. Сюя? А тренировки спроси? Ага, тренировки нравятся? Ой, мейди вот. Ну, спроси, сложно, ну, общение, потому что... Раске, мини, рагида, келек. Я. Ну, скажи, должны учить эстонский язык русские ребята, а то они... Сиса певат, на гости кельт. Упида, я сиса сай рагида. Надо и упи. Надо и упи. Малисет, ватам, мисна певат, это нерги. Ну, иди. Ну, спасибо большое вам за интервью, девочки, да? Сделаем на сайте. Все, спасибо большое.